На уборку улиц и близлежащих территорий вышли работники администрации, городских учреждений и просто неравнодушные жители. Ведь чистота в родном городе – дело общее. Все горожане, которым не безразличен внешний вид нашего города, сегодня вышли, проявили инициативу. Каждый на своем участке к прилегающей зоне проводит такие очистительные работы. Мы надеемся, что вот такие вот субботники будут способствовать тому, что в наших городах станет намного чище, намного красивее. Правда, людей было не так много, как хотелось бы. Но, по словам главы администрации Чимчирского района Хрипса Джопуа, остается надеяться, что люди осознают, что чистота и порядок нужны не только гостям, приезжающим в город, а в первую очередь им самим. В городе Чимчира пустующих домов, незадействованных зданий, сооружений очень много. Но это не означает, что мы не должны там наводить порядок. К большому сожалению, если у нас получилось, ну, наши трудовые коллективы, все организации откликнулись на наш призыв и вместе с нами, в общем, занимаются уборкой территории. К большому сожалению, такого не наблюдается у наших людей, у частного сектора. И еще раз мы их призываем. Это просто-напросто, это нужно нам, а не кому-либо. Надо вокруг себя убрать. Вот все-таки лето на носу, ждем отдыхающих. Венники, грабли, лопаты – в этом деле все средства хороши. Не обошлось и без техники. Основная часть дел легла на мужские плечи. Они покосили парковую зону, очистили от бытового мусора заброшенные здания, подрезали ветки деревьев и покрасили их стволы. К участию в субботнике подключились работники ЗАГСа, милиции, банка, Дома культуры, а также многие сотрудники других учреждений. Общими усилиями большая часть территории города была очищена от мусора. Жители, которые приняли активное участие в общегородском субботнике, в один голос говорят, что подобного рода мероприятия нужно проводить чаще. Имеем возможность привести наш город в порядок, чтобы он был чистый, красивый. Это весна, и природа, и все обновляется. И очень хочется, чтобы наш небольшой, но такой прекрасный город тоже встретил весну. И умытым, чистым, красивым. Как уверяют организаторы и участники субботника, работы по облагораживанию Чимчиры будут проводиться до конца месяца. Благодаря общему делу многие уголки города стали чище и уютнее. Именно такими они и должны быть всегда. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение.